Привет, друзья! 27 мая Санкт-Петербург отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 320 лет. И по традиции в городе проходит фестиваль мороженого. Фисташковое, манго, три шоколада, тирамису. Мне подвёл. Также малина, кокос, шоколад, банановый сник, пломбир и баблгам. Дыхание дракона. Десерты на жидком азоте. Интересно. А это как называется? Дыхание дракона. Сладкие шарики, помидоры с жидким азотом, когда кушаете, палец отдаёте. Как жвачка шок, да, такая? Угу. А еще раз. Как это называется? Дыхание дракона. Дыхание дракона. Угу. Спасибо. Пожевать надо. Сырком горцова. Ты какое хочешь? Есть соленая карамель, очень вкусная. Или пойдем еще раз. Попробуйте соль. Сейчас. Я хочу сначала распробовать. Ну, пожевать надо. Там кусочки сыра. Ну, наверное, после вкуса как происходит. Не поняла. Интересно, конечно. Это маленький кусочек. Наверное, побольше. Да. А это что, карамель? Соленая карамель. А, это я обожаю. Это лучшее, да, конечно. Сырное мороженое, соленая карамель, манго, мохито. Спасибо огромное. Черная смородина. Сырное мороженое, черная смородина. Горгонзола. Это с плесенью, да, говорите? Да, люблю. Вишня. Ой, с кусочками вишни? Да, вишня целая. Бельгийский шоколад, клубника, грецкий орех с карамелью, фисташки, сорбет груша. А у вас дыня есть? Нет, дыни нет. Малина, сорбет. А, сорбеты. Облепиха. Облепиха, сорбет. Я еще такого не пробовала. Ой, спасибо большое. Облепиха, сорбет. Молоком грецкий орех, вишня, сырная, черная смородина, фисташки, интересный вкус. Шоколад, соль и ваниль. Спасибо. Джелато. Итальянское? Конечно. Мы учились в Италии, у нас итальянское было. Ясно. И все такое красивое. Обалдеть. Не полети. Ты мороженое хочешь?
Также тут продаются хот-доги, мексиканская шаверма. Интересно. Милкшейк. Нефть. А с чем оно? Древесный уголь. Ну, там вот на описании будет где-то. Древесный уголь. Нефть. Нефть, да. Сливки, молоко, соленая карамель, черный цвет придает пищевой уголь. Холодный лимонад «Мохито» за 250 рублей. Кофе 150-200 рублей. И всякие соки. Какие вкусы. Груша, базилик, сосновые шишки. А сосновые шишки где? Сосновые шишки это вот у нас вот это? Будет. Ага. Вот, если что, в составе идут кедровые орешки. Угу. Вот. А, с орехами вот там что? Там звуковая реклама играет, жить, а? Где? Нефть да, попробую да, сейчас. Так, пробуем нефть, соленая карамель, угли и сливки. Обязательно, это маска просто. Интересный вкус. Соленая карамель чувствую. Проходи вот так вот кружком, выходи оттуда.
как думаешь, что вообще актуально вот так вот проходить круг? Интересный вкус. А это сосновые сливки. Значит, сливки, кедровые шишки и экстракт ели. Да? Прям натуральненько. Все сами делаем. Соленая карамель, сливки. Ой, прямо чувствуется кедровое что-то такое. Берите у нас флаеры, мы вообще так делаем. Сегодня джелато для фестиваля сделали, а так у нас есть кафешечки вот здесь вот рядышком. Делаем алкогольное мороженое, ручной работаем. Отлично, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня тоже. До свидания. Ну что, интересные такие вкусы я нашла. Нефть, кедровые шишки, дыню свою искала, не нашла. Будем искать дальше. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.